Он же в школе еще, знаете, в КВН играл. Я у него спросила: Денис, горе-то мое луковое, ну зачем тебе все это? И помню, мы так, знаете, тогда Денис серьезно сказал: мечта у меня есть, Ольга Санна. Знаете, хочу выступать в команде, чтобы меня там никто не уважал. А зритель любил. Чтобы у нас всегда были, знаете, такие миниатюры скандальные, и все заканчивалось судом. Как и завещал когда-то Гуликов. А потом мне все это, знаете, резко надоест, Ольга Санна, и я уйду на другой канал делать то же самое. И буду ходить по шоу разным, буду, говорить, трахаться, ебаться, буду вот так вот, знаете. Вот после шутки про говно буду все время смеяться. Ебать! Ебать!